Добрый вечер, дорогие друзья. 1 сентября уже на дворе. Я, как обещал, украсил свою квартиру осенним декором. Получилось немножко все оранжевое, но мне это нравится. Итак, пойдем, значит, справа налево. За окном у меня традиционно много-много пшеницы. Добавились в этом году вот такие чучелы тыквы. И, конечно же, нововведение. Вот такие оранжевые ленты, которые при движении создают такой успокаивающий, скажем так, эффект. Ну, здесь у нас такие подсвечники, которые набиты тоже тыквами, шишками. Тыквы, тыквы, венки, все в тыквах. Подсолнухи в этом году новые. На подсвечниках у нас тоже пшеница, колосья такие. Мне очень нравится. На телевизорах на заказ сделанное панно деревянное с надписью «От». А вот с другой стороны практически все то же самое. Ну и, конечно же, свечи и пшеница. И вот такой вот лакет со свечами очень приятно. Ну, в общем, ребята, как-то так. Я не представляю свою осень без свечи Bath & Body Works, которая называется «Sweater Weather». Фантастический аромат, и очень жаль, что магазин закрылся в этом году в России, но я заказывал их из-за рубежа.